Волонтеры политехнического лицея вместе с Евгенией Чибис посетили Мурманский дом-интернат для престарелых. Ребята поздравили пожилых людей с Новым годом и провели праздничный мастер-класс. День, да? Давайте. Встреча прошла в теплой дружественной атмосфере. За большим столом молодые и пожилые вместе мастерили новогодние открытки, общались и писали поздравительные письма. Лучше всего, что мы можем подарить, это наше внимание. И результат какой-то, который останется на память. И процесс, где стеснение уходит на задний план. И, конечно, положительные эмоции перед Новым годом и для детей, и для пожилых людей. У многих постояльцев дома престарелых нет родственников и близких, а значит, что и поздравлять их некому. Волонтеры Мурманского политехнического лицея пообещали не бросать стариков и чаще заглядывать к ним в гости. Диана Бабаева, Андрей Бричко, ТВ-21.